Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам показать, как с помощью планшета можно управлять просмотром YouTube-канала. Ну, то есть просматривать любые видеоролики YouTube на большом экране. Я использую планшет Nexus 7, а также в телевизоре, если у вас есть службы просмотра YouTube, подключаете их. Если нету, то подключайте либо, ну, в принципе, любой медиаплеер. В данном случае у меня подключен он уже. Я вхожу в меню службы. А здесь выбираю YouTube. Выбираю меню настройки. И в настройках выбираю подключение. Так, здесь мы видим код, который нужно ввести в планшет. Включаем планшет. Запускаем YouTube. Выбираем просмотр на телевизоре. И здесь выбираем меню «Подключить вручную». Указываем код, который нам показывается на экране телевизора. У меня 326-326-049-313-668. У вас, естественно, он будет другим. Вводите вы этот код и нажимаете «Подключить». Мы видим, телефон подключен к телевизору, телевизор 2. Мы видим, что подключился наш Nexus 7 к телевизору. Возвращаемся в YouTube, нажав на стрелочку. И здесь мы видим иконку. Вот она, первая она. Которая показывает, что подключение к телевизору произошло. Теперь мы открываем любое видео. И нажимаем «Воспроизвести». Все. Итак, получил пакет. Открываем его. Мы просматриваем видео, которое запустили. Можем остановить его. Вот видео остановилось. Можем заново запустить его. Можем открыть другое видео. Nexus 7 2012 года выпуска. Это первая версия. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.